Привет! Состоялся релиз macOS Sonoma 14.4.1 и в этом небольшом видео мы с вами посмотрим, что в ней нового. Размер этого обновления составил около 3,5 гигабайт, и это обновление не приносит никаких новых возможностей. В нем содержится исправление ошибок и улучшение производительности системы. Эта версия доступна для всех компьютеров, которые поддерживают macOS Sonoma. Номер сборки 23E224. Apple выпустила также iOS 17.4.1 и iPadOS 17.4.1. А вот что касается HomePod, Apple TV и Apple Watch, пока никаких обновлений не было. Это обновление исправляет проблему за которой USB-хабы при подключении к внешним дисплеям могли не распознаваться. Я с такой проблемой не сталкивался, так как в моем компьютере есть отдельный HDMI-вход, через который я напрямую подключаюсь к своему монитору. Это обновление также исправляет проблему для Logic Pro. Защищенные от копирования плагины Audio Unit, предназначенные для профессиональных музыкальных приложений, могли не открываться или не проходить проверку. В этом обновлении это все было исправлено, так что если вы используете Logic Pro, то можете смело обновлять. Также была поправлена работа приложений, которые использовали Java. В версии macOS 14.4 некоторые приложения, которые использовали Java, могли неожиданно завершать работу. Некоторые пользователи столкнулись с проблемами при использовании мышки или трекпада. В этой версии это тоже было поправлено. Зайдя на сайт Apple в раздел Security Update, мы с вами можем увидеть, что здесь уже появились актуальные версии iOS, iPadOS, ну и macOS Sonoma 14.4.1. Здесь мы с вами можем посмотреть, что было поправлено с точки зрения безопасности. Ссылку на эту страничку я оставлю в описании. Если вы задаетесь вопросом, имеет ли смысл обновляться на macOS Sonoma 14.4.1, я думаю, что да, потому что здесь исправлены достаточно интересные баги, в том числе работа мышки и трек падает. Это очень важно. Так что, если вы столкнулись с этой проблемой, обязательно обновляйтесь. Ну и, естественно, если вы испытывали проблемы с подключением внешних мониторов, то это обновление точно для вас. Что касается производительности системы, то я не заметил никакой разницы между прошлым обновлением и этим обновлением. Все работает достаточно плавно, все приложения открываются быстро, никакой, опять же, повторюсь, разницы с прошлой версией я не заметил. Ну и время автономной работы, на мой взгляд, осталось точно такой же, как и на macOS 14.4, никакой разницы вообще нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, каким маком вы пользуетесь. Будет интересно почитать, много ли тех людей, которые до сих пор сидят на маках с процессорами Intel. Ну и на канал не забываем подписываться. Здесь у нас много всего интересного. Дальше больше. Всем здоровья и пока.